Мама, соску давай. Так, подожди, давай проверим. Не слишком, чтобы нормально. Такой пусть. А сейчас соски пьет. Я маленький зайка. Ты хочешь жить, ты комментируешь, чтобы тебя люди понимали, те, кто не понимает. Не, он сначала убивает соску, потом ест, а потом опять убивает, ну как благодарит. Для этого он просто радуется. Конечно, радуется. А вдруг соска с угрозой пришла. А где-то тебе тоже писали, типа, такой большой, а все из соски пьет. Где-то ВКонтакте. Слушай, они же... Вот это сейчас большому этому, который внизу там, да, и он тоже будет пить. А, который самый старший у нас. У которого лапки, да, вот эти? Не, у него все хорошо. Не, который здоровенький уже. Ну, где, который где Лола? Не. Который у нас в боксе со всеми зайцами. Он просто старший в этом году первый прибыл. Вот маленький наелся молочку, теперь будет есть эти два. Офигеть, сколько воды будет в бочке? В ней где-то в районе 150 миллилитров, но не все, он попьет сколько надо. Но сотку он уже выхлебал. Сотку пока нет, но он близко к тому. Они от 80 до 120 миллилитров в день выпивают. Ну, он, правда, три раза в день столько выпивает. Ну, я думаю, что много не мало. Крепче будет.